Андрей Дорошевский провел рабочий объезд предприятий Северского района. Вместе с заместителем по сельскому, лесному хозяйству и продовольствию Амреком «Наш» посетили тепличный комплекс ООО «Кубаньпродукт» в хуторе «Оазис». Предприятие – пример удачной реализации инвестиционного проекта. На строительство потратили более 500 000 000 рублей. Вот уже несколько лет на площади более чем 9 гектар выращивают огурцы с помощью гидропоники. Выращивание в искусственной среде без использования почвы. Теплица оборудована современными системами. Полив, подкормка удобрениями и поддержание микроклимата. Важно учитывать все тонкости, чтобы получить хороший урожай. Ручной труд сведен к минимуму. Для ухода за растениями используют специальное устройство. Зад-вперед, вот, тростиком его прокатил, колеса поворотные, с ряда в ряд направил и все. Все процессы автоматизированы и контролируются через компьютер. Аграриям остается лишь собрать урожай. Овощи реализуют крупным оптом через логистические компании. Необходимую температуру в теплицах помогает поддерживать мощная котельная. Во время обильных снегопадов удалось избежать обвала крыши благодаря хорошему отоплению. Андрей Дорошевский оценил предприятие и пожелал успехов и роста. Открытие таких предприятий позитивно влияет на экономику Северского района.